О, пришла мне тут почта. Кстати, всем привет, всем, как говорится, хорошего дня. Вот я подписан на рассылочку от ПДР-центра Москва. ПДРЦ.ру. И приходят мне новости. А появился в продаже комплект светодиодных ламп НЮС. Ты-ды-ды-ды-ды. Теперь с выгодой 9900. Обалдеть. Целых 10 тысяч выгода. О! Самый известный наш мастер ПДР на всю нашу маленькую страну. Показывает нам лампу большую, маленькую, чё как. Итак, 4900. Чё-то, блин, 10 тысяч, это 4400. Немало. Что же это там за лампа такая? Так, что она стоит? Это красивая лампа. Или их продают? Непонятно. Так, нюсля, нюсля, нюсля. Ага, 35900. Эта лампочка стоит, да? Большая. 35900. Маленькая. Маленькая. Так, преобразователь. Только, то есть 15 штук маленькая стоит и 36 большая. Ну, плюс еще по 2 штуки за преобразователь. Значит, 36 и 15. Это сколько? 50. А так 45 за 2. На 5 штук дешевле. Понятно. Забавно. Эти очки не подешевели. Мобильная ультра, он тоже 30 штук за маленькую лампу с аккумулятором. Ну просто даром. 30 штук маленькая лампа. Ну, что делать? Зато аккумулятором. Ладно, надо будет вот эту лампочку взять и посмотреть, что это за лампочка. Тут вот написано, что она, что может, что не может. Вот, я думаю, скоро я обзорчик ее сделаю. Надо будет взять эту лампу, посмотреть. Что она может, что она не может. И как бы, ну, же, сами понимаете, каждый обзор, каждое видео, кто человек выкладывает, все это будет субъективно. Но тем не менее, посмотрим, что и как. Все, всем спасибо, пока-пока.